Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон. Погибли, по данным местных властей, 2 человека. По меньшей мере, 3 получили ранения. Как сообщил глава областной администрации Александр Прокудин, центр города обстреляли из ракетных комплексов С-300. Одна из ракет попала в центр раздачи гуманитарной помощи. Там случился пожар. Также повреждены 3 жилые многоэтажки и медицинский центр. Среди пострадавших 2 медицинских работников. Сообщение об обстрелах Херсона и области поступает каждый день. Российские войска атакуют его с левого оккупированного берега Днепра. В воздушных силах Украины заявили, что ночью российские военные также выпустили по Украине 17 ударных беспилотников. 10 из них сбили. К эфиру присоединяется советник президента Украины Михаил Подоляк. Здравствуйте, как всегда, рады вас видеть в эфире «Молдова-1». Здравствуйте, здравствуйте. Итак, Михаил Михайлович, начнем с главного вопроса последних недель. Это финансовая помощь Украине. Президент США добивается предоставления 106 миллиардов долларов Украине и Израилю. Но законодатели пока денег не выделили. Президент Зеленский сегодня выступит по видеосвязи перед Конгрессом. И, как мы понимаем, попытается убедить дать добро. Скажите, пожалуйста, что произойдет, если достучаться до партнеров не удастся? Ну, я бы не драматизировал ситуацию, но диалог хороший. Мы понимаем прекрасно, что сегодня внутриполитические дискуссии в разных странах, они очень острые. Это связано не столько с Украиной, это в принципе связано с типом политики, которую мы сегодня с вами видим в разных странах. И, соответственно, но я тем не менее настроен оптимистично, потому что вопрос выделения помощи Украине, военной помощи, это вопрос того, в каком мире мы с вами будем дальше существовать. Будут ли в этом мире определенные правила, будет ли доминировать международное право как таковое, и будут Соединенные Штаты оставаться глобальным лидером, который эти правила как раз и прописывает для всех. Потому что не инвестируя сегодня в Украину, вы таким образом говорите всему, скажем так, не совсем зрелому миру, который ориентируется на Российскую Федерацию, что оказывается можно нарушать все, можно атаковать другие страны, можно забирать у них территории, можно совершать объемное количество военных преступлений. И в принципе никаких проблем у вас потом не будет. Главное, вы... А вот вы говорите, что настроены оптимистично, Байден нет. Почему? Потому что Байден занимается американской политикой, понимает, что это такое, что за внутренняя политическая дискуссия сегодня, потому что давайте прямо говорить, что, например, пакет помощи Украине и Израилю, он точно так же увязывается с важным для американского избирателя пунктом о необходимости обеспечения трансграничной безопасности, имеется в виду продолжение строительства стены по южной границе Соединенных Штатов, еще целый ряд аспектов, которые интересуют избирателя. И господин Байден, безусловно, намного более глубоко понимает те внутренние противоречия, которые есть, как и в любом другом демократическом обществе, внутри политической дискуссии в Соединенных Штатах. Вот и все. И, соответственно, он, на мой взгляд, то, что я вижу в выступлениях, последних выступлениях представителей и администрации господина Байдена, и в выступлениях самого Байдена, я вижу глубокое понимание природы войны, я вижу глубокое осознание тех рисков, с которыми столкнется мир, если Россия не проигрывает, и я вижу абсолютную заинтересованность в продолжении максимально эффективной помощи Украине. Кстати, я бы маленький такой нюанс подчеркнул. Вот только сейчас внутри внутренней дискуссии в Соединенных Штатах идет осознание того факта, что 90% военной помощи в финансовом измерении, да, остается на внутреннем рынке Соединенных Штатов, остается военным производителем. Это дополнительные рабочие места, это стимулирование экономики Соединенных Штатов. И, соответственно, это даже в какой-то степени выгодно, потому что ты проводишь переоснащение военного производства и, соответственно, таким образом ты как бы получаешь очень много бонусов, в том числе прямых экономических бонусов от военной помощи Украине. Михаил Михайлович, еще о деньгах. Из-за политических разногласий ЕС не может сверстать общий бюджет, что ставит под угрозу выделение Украине обещанных 50 миллиардов евро. Все потому, что у стран-членов разные позиции. Вполне вероятно, что венгерский премьер наложит вето. В этой связи Макрон пригласил Орбана в Париж. Вы настроены так же оптимистично, как президент Франции, который считает, что сможет убедить Орбана не накладывать вето?
Ну, мой оптимизм всегда опирается на прагматический математический анализ того, что происходит. Безусловно, Венгрия, ну, как и многие другие правительства национальные, пытается использовать ситуацию для того, чтобы продвинуть какие-то свои интересы. Мы знаем, что Венгрия заинтересована в получении дополнительных субсидий от общеевропейского бюджета как такового. У Венгрии есть свои трения с Брюсселем, и, соответственно, они пытаются, воспользовавшись ситуацией, воспользовавшись своей, скажем так, не совсем проукраинской риторикой, не совсем той позиции, которую занимает Евросоюз в целом, они пытаются получить какие-то свои дивиденды. Это, опять же, нормальное проявление внутри демократических дискуссий. Безусловно, господин Орбан имеет право на свои позиции. Другой вопрос, что Украине необходимо объяснять, почему это чревато, чем это чревато для самой Венгрии такая позиция. И Европейскому Союзу необходимо объяснять, чем чревато неподдержка Украины с точки зрения безопасности Европейского Союза и с точки зрения консолидации Европейского Союза в будущем. Поэтому, на мой взгляд, эти диалоги абсолютно хорошо выглядят, и я не сомневаюсь, что у президента Франции есть весомые аргументы для того, чтобы убедить своего венгерского коллегу принять правильные коллективные консолидированные решения. Пару минут назад стало известно, что Шарль Мишель прерывает поездку в Китай из-за угрозы срыва саммита. И тоже из-за Орбана. Ваше мнение, почему? Приоритеты. Вот, на мой взгляд, это наоборот очень четко показывает о том, что для Европейского Союза сегодня важно. Для Европейского Союза сегодня важно сохранить единство, показать, что та сложная конструкция, которую они построили, тем не менее рабочая. Второе, для Европейского Союза важно показать, что безопасность Европы на первом плане с большим отрывом от всего. А, несомненно, помощь Украине – это, опять же, инвестиции в безопасность Европейского Союза. Потому что если Россия не проиграет, мы с вами понимаем, что она не превратится в законопослушную страну, она останется милитарной страной с большим агрессивным потенциалом и будет атаковать Европу. Это точно так же говорит о том, что приоритет для Европейского Союза, в том числе начало эффективного переговорного процесса, кстати, с Молдовой и с Украиной, опять же, это будет гарантировать, что наконец-то европейский, ну, есть еще там Босния и Герцеговина, безусловно, есть еще ряд стран, которые должны, Западные Балканы, которые должны будут пройти через соответствующие процедуры и так далее, но это все говорит о том, что Европа хочет действительно получить абсолютно идеальную конструкцию единого экономического, культурного и политического пространства. Приоритеты. Шарль Мишель показывает, что это ключевой для него приоритет. И очень важно найти все аргументы для того, чтобы тот же Орбан, исходя из ситуативных интересов, национальных интересов, на что имеет полное право, не обвалил стратегические интересы Европейского Союза в целом. Михаил Михайлович, мы видим заявления известных российских оппозиционеров, которые говорят о том, что проиграли Путину, уже проиграли. Упаднические настроения есть и в западных СМИ. А какой настрой в Киеве? Ах, вы знаете, вот всегда в жизни, да, бывают тяжелые этапы. И вот в этих тяжелых этапах всегда проявляется реальный характер человека. Есть ли у него воля? Действительно ли он был ведомым, просто попал в нужное место в нужном времени и демонстрировал свою силу? Вот такие ситуации, когда война длинная, когда разные этапы. А сейчас этап депрессирования, потому что люди должны получить ответы на вопросы, что дальше, с учетом того, что там большая военная машина, которую все равно нужно разрушить и так далее. И сейчас все показывают, готовы ли они дойти до справедливости финала или готовы об этом говорить. Я не вижу проблемы обращать внимание на депрессивные настроения в среде российских либералов или там в те или иные публикации оценивать как депрессивные. Наоборот, я вижу в западных медиа, например, Washington Post или тот же The Economist, хороший вопрос. Все ли мы сделали, чтобы Путин не выиграл? И, соответственно, они поднимают более объемное обсуждение таких вопросов, как санкции, потолок нефтяных цен, военные поставки Киеву, военное наращивание военного производства. Это отличные вопросы, потому что они намного более широко смотрят на эту войну. Это не просто помогли где-то, чтобы территории были отвоеваны. Нет, они ставят вопрос о перестройке всей системы безопасности, где России не будет места. И, соответственно, у нас здесь, в Киеве, мы смотрим на это так. Работу нужно продолжать делать. 650 дней войны прошло, но это не значит, что мы должны сегодня остановиться. Почему? Потому что Россия не отказалась
отказалась от главного умысла. Давайте я вам коротко скажу, поставлю встречный вопрос. Смотрите, Россия полномасштабно 500 тысяч человек загоняет на территорию чужой страны, обрушает свою репутацию полностью, теряет экономические рынки, сырьевые экономические рынки в той же Европе. Россия становится страной-изгоем, чтобы что? Чтобы захватить маленький городок Херсонской области под названием Геническ? Нет, Россия хотела взять под тотальный, эффективный контроль всю территорию Украины, доминировать здесь, и она от этих планов не откажется. У нас нету права на безвольное соглашательство в данном моменте. Это понятно. Вы упомянули западные медиа, Рейтеры, Вашингтон-Пост сообщают, что Россия благодаря посредничеству Катара согласилась вернуть в Украину еще 6 украинских детей. Вы можете подтвердить эту информацию? Пока не готов, нужно подождать полностью все, что касается официальных протоколов, да, и тогда мы сможем говорить. 6 детей – это очень важно, это очень много на самом деле, с учетом, конечно, что у нас сегодняшний день порядка 20,5 тысяч уголовных, непосредственно уголовных дел по фактам похищения детей. Мы знаем, какие там тяжелые истории бывают, мы знаем, сколько детей потеряли фамилии, потеряли родных и близких, у них размыта идентичность, они отданы в какие-то приемные непонятные семьи, но тем не менее, большой процесс по возврату украинских детей, в том числе на международных площадках, идет. И, в принципе, многие страны-посредники готовы в этом принимать непосредственное участие и очень активно помогают нам. Минобороны России утверждает, что аннексированный Крым сегодня утром подвергся массированной атаке беспилотников. Всего насчитали больше 40 дронов. Как вы прокомментируете это заявление? Минобороны Российской Федерации, мне кажется, не нуждается в комментарии, кроме как каких-то комедийных студий и так далее. На мой взгляд, они не владеют информацией, они не обладают пониманием того, что происходит и по линии фронта, и какие атаки, специальные асимметричные атаки проводит Украина. Давайте ориентироваться только на те или иные заявления, которые, в принципе, даже можно не делать официально, потому что, в принципе, результаты дроновых атак по территории полуострова Крым или ракетных атак по территории полуострова Крым всегда наглядны, очевидны, и они действительно приводят к объемным разрушительным последствиям для Российской Федерации. Нам даже не нужно официально об этом говорить. Ну уж точно не Российская Федерация может комментировать то, что происходит на ее территории. Министерство обороны Федерации, да. Михаил Николаевич, спасибо. Большое спасибо за то, что смогли выйти с нами на связь. До свидания. Продолжаем выпуск.